У нас уже есть целых два новых колеса обозрения, десятки камер наблюдения для безопасности отдыхающих, а скоро появятся и новые аттракционы. Состояние челнинских парков обсудили на совещании с хозяйственными руководителями. Замруководителя исполкома Рамиль Халимов напомнил, что реконструкция затронула зоны отдыха в Сидоровке, на Гренаде и набережной Тукая. Ну а сам парковый сезон обещает быть богатым на культурно-массовые мероприятия. Планируется приобретение новых аттракционов: электронные баскетболы, подвижная скамейка «Микс», 6 батутов, детская башня свободного падения «Кенгуру». Цены на посещение аттракционов останутся на уровне прошлого года. В этом году по указу президента Татарстана работы по развитию парков и скверов решено расширить, дополнив их программой года водоохранных зон. В настоящее время ведется благоустройство набережной реки Меликески, продолжаются работы в парке Победы.